Всем привет. Мы продолжаем проходить Silent Hill. Значит, по сюжету я добрался до радиостанции. Радиоведущего утащили, но прежде он сказал, что мне можно уехать с этого города с помощью лодки, но для нее нужны ключи. Надписью «Свобода». Давайте искать ключи и потом... Ну и лодку. Я думаю, это сюжетное все-таки задание. Ладно, поехали. Я не знаю, надо отсюда выбраться, да, наверное, как-то. Я вот только думаю, через какую дверь. По идее, я через нее зашел, значит, пойдем выходить через эту. Сейчас меня за ногу кто-нибудь схватит. Почему эта куча мигает? С ней что-то можно сделать. Поджечь. Че, никак? Странно. Ладно, может быть, как-нибудь в другой раз. Пожарный выход. Ну, конечно. Ну, так надо эту кучу поджечь. Кучу обязательно подожжем. Никак иначе. Подожженная, она включит пожарную сигнализацию и откроет дверь. Но почему она сразу не поджигается? Почему нужно именно что-то сделать еще? У меня же есть зажигалка. Может, ее надо бензином облить потом? Не работает. Ладно. Давай искать. Я думаю, все-таки бензин надо найти. То, что надо. Растворитель. А чё не бензин? Ну, типа, какая разница? Давай. Растворитель. Оп. Гори, гори, моя звезда. Оп. Зажигаем. А, решетки-то на двери упали. Все, выходим. О-о-о-о! Это залет воин. О, господи, опять. Текаем. Что делать? Ага, вращаем. О, быстрее догоняем. Бежимте. Не знаю, в какую сторону, налево или прямо. Я, короче, прямо побегу. Мысли отбросить. Я сейчас отброшу коньки, походу. Давай быстрее. Ну, слава богу, что не тупик. Будет печально, если я бегу по кругу. Ай, не сюда. О-о-о-о-о-о-о. Короче, права на ошибку особо нету. Давай, мужик. Да, я, скорее всего, кругами бегаю. Да. Тогда сворачиваем вот сюда. Потому что уж больно эта машина мне знакома. Давай. Ничего не вижу. Вот, по-моему, там выход написан. Вот. Фу, я выбрался. Ура. Так, а что, это зеркало. Может, разбить его? Никак. А что делать? Надо в отражении подойти и покрутить вентиль. О, как это убого, конечно. Во. А если бы на время, я бы не сразу это сделал определенно. Меня бы бездна поглотила.
Я понял. Идем дальше просто. Опять беготня? Окей. Сюда или не сюда? Блин, не сюда, походу. Все, хана. Давай, 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 давай. Давай же, сволочь, быстрее. Ну хоть препятствий не очень много. Эй! Блин, вот просто на полмиллиметра в сторону отходишь и все. Что-то тебя затягивает сильно прям. Давай, давай, быстрее. А, вот сюда? Нет, не сюда. Да, на раздувие времени вообще практически не дали, по-моему. Сейчас мне ноги давит. Чуть было не было. В сторону. И вот сюда. Тупик. Так, ну явно не в вентилятор. Ручку дергай. Ручку дергай, идиот. Все. Давай заново. Мало времени дает на хоть как-то рассмотреть просто, куда тебе идти. Ты должен как бы хоть раз один здесь умереть, чтобы понять просто, куда бежать. Это нечестно немного. Ну ладно. Ох уж эти загрузочки. Ультрафиолетовое освещение может выявить скрытые улики и предметы. Ну да, есть такое. Твари намного опаснее, когда нападают группами. Чё, мне заново все поджигать, да? Ой, блин. То есть этот длинный эпизод надо все полностью переигрывать, если ты хотя бы один раз замешкался просто где-то. Вот отстой. То есть на секунду где-то задержался, все, тебе сразу же начинает напрягать. Хоть бы какой-нибудь чекпоинт, что ли, сделали. Давай, побежали. Давай, давай. Так, сначала бежим все время прямо. Ты бежать-то не хочешь? Так, почему он не бежит? Тупица. Так, почему-то персонаж не бегает. Ну, видимо, забыл, как это делается. Вот. Наконец-то бег включился. Я не знаю, в чем дело было. Пока не увижу машину, бегу прямо. Потом посмотрим. Так, машина. Да, отвали. Теперь начинаем поворачивать. Оп, оп, оп. Да в смысле? Что ж, не видно ни хрена. Так, окей, здесь крутим. Интересно, я время выигрываю, если правильно, ну, правильные делаю повороты. Или у меня всегда нет шансов. Вот здесь бы чекпоинт, было бы неплохо. Ну крути шарманку свою. Так, налево. Блин, я в угол там где-то застрял. Теперь сюда и чуть-чуть наискосок. Одна машина. Да быстрее. В смысле? Почему я застрял? Бля, жесть, а.
Так, эта штука падает. Чё машина? Поворот. Теперь главное ручку не пропустить. Вот, я ее вижу. И быстро ее дернуть. Я успел? А! Опять бегать? Да вы издеваетесь. Правда, как она как солнце, то может закрыть его, но она никуда не денется. Как мне спуститься вниз? Эй, я на землю хочу. Ладно, это, видимо, не сейчас. Фу. Уже лучше. Так, а эта штука не умирает. Давай, бежим на выход, короче говоря. О, мне сюда можно. Ну, не надо ничего нажимать, отлично. Да, тут мне не особо фонарик, конечно, поможет. У меня сейчас кто-то нападать будет. О. Здравствуйте. Это, видимо, местный надзиратель. Еще темнее стало. Постой. Что это? Ага, ну уж нет. Это исключено. Ну, так как у нас Silent Hill всегда является персональным адом, то мы сейчас как интерпретация тюрьмы. У одной из клеток, кстати, был этот Мёрфи. То бишь я. Видимо, параллельные вселенные. Возможно, даже, ну, чем-то мне напомнило фильм «Куб». Меня заливают. Все, свобода. Кажется, моя остановка. Так, давай для начала. Не то. Тоже не то. Где у нас инвентарь-то? Блин, выбросить оружие, целую кнопку сделали, а инвентарь, я уже не помню где, вот он. Все, мне лучше. А то мало ли опять бежать придется. Ну точно. Опять беготня. Ну сохранение было. Тихо. Так, мне определенно прямо. Выход. А я бы, кстати, обманул игроков. Я бы на выход написал. Ну, как бы, там, где выхода нет. Было бы запутанней. О, аптечка. Если вовремя убежать не успеваешь, тебе аптечка нужна будет обязательно. Что у него из живота что-то вылетает? Так, подожди, а если я пойду другим ходом? Так, ну тут то же самое. Я думаю, я должен вовремя пробежать. Раз, два, пробегаем. Сюда можно зайти? Нет. Так, ребят, давай аккуратно. Оп. Давай, раз. Два. Раз. Два. Побежали. Так, он мне прям сейчас сюда фыркнет. Аккуратно. Давай, раз. Он по одному выстрелу делает. Побегаем.
Так, я бы тут оказался, если бы пошел с другой стороны. Тогда просто сюда. Да ладно. Ну вы даете. Какая-то из камер, наверное. Раз, два. Какая-то из камер мне нужна. Раз, два. Блин, придется к каждому подходить к выходу. Давай. Раз, два. Сомневаюсь, выход полезный, который они плюют. Блин, ну все возможно. А может треснуть по ней? Надеюсь, у меня монтажка не сломается. Нет, слушай, не работает. Подожди, ну вот самое очевидное, это, по-моему, вот эта камера. Но никак не зайти. Чё тогда хотят они от меня? Этих не убить определенно. Вообще никак. Я только урон от них получаю и все. Причем вроде как не маленький. У меня сразу же рубашка окрасилась. Нет. Ай, застрял чуть-чуть. Нет. Блин. В принципе, тут недавно сохранение было. Они убивают с трех раз вообще. Да. Мало того, что непонятно, что делать, в какую дверь заходить, так они еще убивают с трех раз. Это странная комната вообще. Да, в принципе, игра сама немножко странная. Не особо, скажем так, очевидная, как оригинальные первые три части. Окей. Мне целую аптечку дают. На все про все. То есть я могу один раз урон получить. Почему эта дверь не открывается? Может, по ней треснуть надо? А ну открывайся. Ну тут я смотрю, особо никаких предметов нету. Ну-ка сюда. Нет, тут вообще... Там он низ запаян просто. Давай. Раз. Два. Блин. У них, по-моему, алгоритм изменился, нет? Не, нормально. То же самое. Все. Ой, успел. Бля, я не успел. Ладно, если что, придется переиграть. И сделать все идеально. Ну и что, как быть? Я почти ко всем дверям подошел уже. Вот еще, вот эта дверь и противоположная выделяется сильно. И остальные двери ни о чем. Может, на стенке что-то нажать надо? Что-то очень неочевидное. Бред какой-то вообще. Я не понимаю, что делать. Мужик, ты не в курсе, что делать? Может, тебе треснут? Да, вот этого загадка не решится.
Вот у этой штуки прям. Вот у этой комнаты камеры. Она единственная подсвеченная. И все. Так-то. Чушь. Ну, правда, меня 4 раза теперь ударили. Но от этого ничего не изменилось. Им даже урон не нанести. Это странно вообще. Все двери закрыты. Сейчас еще раз посмотрю, может быть, где-то что-то на стенке нажать, я не знаю. Но двери я все обошел. Это же багом не может быть, правильно? Что-то должно быть не очень заметное, наверное. Хотя, по идее, все предметы вроде выделяются, подсвечиваются вроде как. Бля, поторопился. А может быть, нужно несколько раз это оббежать? Не вовремя. Ну типа сделай два круга и будет тебе счастье. Так, а вашу мамашу, вот этот рубильник точно бы я заметил первым делом. Давай убивай меня уже. Все дело в рубильнике. А я бегаю кругами. Я думал, в какую-то камеру надо зайти, что-то дернуть, может быть, выключить электричество, не знаю, на худой конец. Нет, оказывается, рубильник самый неприметный, в ту же самую, ну, той же самой цветовой гаммы находится на стене просто. Хитро, хитро. Чё, она лжет тебе? Кто она? Так, давай, сейчас все нужно сделать верно. Раз, два, пробегаем. Раз, два, пробегаем. Давай, раз. А он по одному. Или по два. Но вот этот предпоследний, он подставной. Он то один, то дважды. Вот этот по одному разу. На. Все куда проще. Так. Тут скорее надо, я думаю, не торопиться. И пусть они падают, да, себе? Пробивают мне проходы. Точнее, не проходы, как бы. Как они синхронно качаются. Им бы все синхронное плавание. Так, а ты падать-то будешь? Эй. Эй. Может, она не будет падать никогда? Я лучше по краешку. Упс. Ой, тетя. Так, давай. Раз, два, три. Мой выход. Раз, два. Давай, раз. И теперь не торопимся, короче. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз. Защита. Блин, поторопился. Но я вроде привык к боевке, кстати. Примерно на 5-м часу игры. Или на каком там, 4-м. Она, может, что-нибудь охраняла? Нет. Кирпич. Не, спасибо.
Вы заслужили приз Silence is Golden. Чё, золотое чувство? Это типа, когда ты хорошо парируешь, дают тебе ачивку. Ну, одна из самых бесполезных ачивок. Давай. Так, надеюсь, от оглушения я не теряю ничего. Эй, эй, эй. Давай, мой. Достал, дотянулся. Раз, два, три. Раз, два, три. Походу она в блок уходит после трех ударов. Ай, теперь я поторопился. Давай, давай, давай. Раз. Раз. Два, три. Теперь я. Ладно, на кулаках. Походу она мне помпу сломала. Эй-эй-эй, отвали. Как монтажку сломать может она? Бля, вроде рядовой моб. А бесит жутко. У меня даже времени особо нет поднять какое-то оружие. Она всегда атакует просто. Да, тут мы, короче, надолго. А чем бы ей треснуть-то? Да кирпичом хотя бы. Да. И тут же получаем урон. Наконец-то. Так, эту надо добить. Точняк. А вдруг встанут. И вот эту тоже. Пыщите. Пыщ. Так, давай полечимся, короче говоря. Где монтажка тут была? Я же ее не выронил, она просто сломалась. Как монтажку сломать можно? Серьезно, об голову. Короче, типа разницы никакой. У тебя в руках палка, монтажка, там стул. Они так или иначе, просто что-то будет из них подольше жить. Да, я понял. Крутим. Крутим комнату. Лучше, наверное, в течение всей игры по минимуму связываться с врагами, потому что, ну, оружия хоть и много, но такое себе боевка, конечно. Пропускаешь некоторые удары. Что надо от меня? Нажать. Надо вовремя остановить. Что там задержки времени? Так, оп. Не то. Подожди. Ну тут, конечно, прекрасный угол камеры, который мне позволяет полностью увидеть всю картину. И как примерно это будет работать. И куда я точнее пойду потом. Ну тут чисто на удачу. Хрен ты высчитаешь, короче, как это нормально сделать. Упаду? Нет. Не подвезло. Где-то часов. Короче, тыкаем, сидим до упора. Это рандомная штука, походу. Ну что там задержки тут высчитывать, это бред какой-то.
Ну-ка, хватит мне времени. Да, пройти. Пройти смог. Теперь надо по минутной стрелке куда-то пройти. Здрасте. Так стошнить может. Я думал... О! Маразм крепчал. Я не совсем понимаю даже, куда иду. Там вроде проходы есть, кажется. В общем, на карусели меня покатали, вниз сбросили. Ой, блин, опять. Не, ну хорошо, что я отсюда хотя бы начал. Могло быть и хуже. Хватит мне пройти? Ну да. Достаточно хотя бы краешек зацепить ногой, и получается. Ну, вот тут я не знаю уже, как быть точно. Сносит, сносит в сторону. Аккуратно, аккуратно. Короче, идем по маленьким шажкам. Не торопимся. Все спокойно. Да серьезно, я чуть в самом конце не упал. Такое ощущение, как будто по инерции. Так, ладно, сделано. Сохраняйте меня. Я что, опять в здании суда? Ну да, в альтернативном варианте получается. Тут какое испытание будет? Короче, чтобы даже из здания, наверное, выбраться, надо 9 кругов ада пройти просто. Что-то скрежет какой-то металла. Понятно. Вот здесь надо пройти будет. А, сейчас мозг упадет. Нет. Тут сложность в том, что просто кривая камера. А пробелы будут, интересно? Но они вроде ножи эти равно удалены между собой. Попробуем пробежать. Оп. Ладно, сделано. Раз, два, три. Побежали. Все. Так, вот она, секундная задержка. Бам. Успел. Последнюю секунду успел. Патроны для дробовика. А сам дробовик-то вы не хотите дать? Патроны для пистолета. Нет. Дробовик, наверное, надо было получить, когда ты делаешь побочное задание какое-то, но так как я их особо тут не делал, вернее, не делал их тут вообще, я почему-то случайно, ну, сразу же пошел по сюжетному заданию, и поэтому без дробовика. Но мне кажется, мне он положен все равно по игре, и мне его дадут, правда, когда, как скоро, непонятно. Кто ты? Непонятно, как скоро мне дадут дробовик, но когда-нибудь дадут. Угу. Полетели. Короче, аттракционы прям один за другим идут. Чё орать-то? Сейчас сделаем. И на часы прыг. Уф. А-а-а. О, я Док Эммит Браун из «Назад в будущее». Мёрфи. Мёрф, куда ты пропал? О боже, помоги мне, помоги. Мёрфи, беги. Хм.
еще вспомнился фильм «Люди в черном 3». Так, у него был ребенок, кажется. Его поймали. После какого-то преступления, видимо. То, что он там рассказывал, я гнал машину, там, нет, это все ерунда. Я думаю, он врал. За что его посадили, пока так точно и не скажешь. Он просто так людей не сажает. К тому же переводят, если его на строгий режим содержания под стражей, то явно он какое-то определенно тяжелое преступление совершил. Сильные бури привлекают новых тварей, делая их также намного агрессивней. Что там? Сохраняйте спокойствие, когда балансируете на высоте. Ну точно. Я уже заметил. Так, про твари. Немедленно ищите убежище какое-то. Забавное место для сна, сынок. Знаешь, тут ведь и умереть можно. Если не быть осторожным. Для тебя тут кое-что есть. Месседж. Чё? Мёрфи по Далтону? Из монастыря Святой Марии. Старый приют там, на холме. Нет. Такого не может быть. На твое имя, так? Как по мне, все верно. Конечно, ты ничего не узнаешь, пока не откроешь его, согласен? Нет уж, хватит этого дерьма. Нет, довольно. Я покончил со всеми этими загадками и играми разума. Что бы я ни сделал, чтобы оказаться здесь, меня хватит. Я хочу выбраться. Ты меня понимаешь, а? Сынок, для тебя еще все не дошло. Здесь не важно, что ты хочешь. Что же до меня? Я доставил почту ее получателю. До свидания, Мерфи. Ну, возможно, почтальон это не живой человек, как бы, не человек вовсе, может быть. Это возможность с помощью почтальона у нас общается сам Silent Hill с игроком. Ачивку дали, чё? Жесть, какая ачивка прогружается 10 тысяч лет. Ай, как давно я на PS3 не играл, конечно. Так, тут кирпич. Все, вниз никак. Давай мы глянем что-нибудь. Меня больше не оружие интересует. Это я с трубой какой-то бегаю. Вилы лучше. Так, кажется, я прошел сквозь парк. То, что там бомж мне задание давал. Девочка насчет ленточек там что-то. Не, это не важно. Вообще. Уже. А если мне в другую сторону сбегать? Ну там, скорее всего, обрыв. Я так чисто убедиться, сковородку кто-то выкинул. Наверное, Гордон Рамзи. А вот аптечка это хорошо. Так. Вон там... Возможно, одна из лестниц... Щель не пройти. Возможно, одна из лестниц, ее можно как-то опустить. Хотя нет, высоковато. Но будем не будем исключать эту возможность. Блин. А там еще налево можно было пройти. Вот мне налево или куда? Вот это вот... Дверь как-то очень очевидно подсвечена. Возможно, это сюжетно. Пошли тогда влево сбегаем. Можно всех посмотреть. Посмотрим, короче говоря, что у нас влево, насколько далеко уходит дорога. Пока вот выбор небольшой. Либо прямо... И в дверь, либо налево. А, ну все. Тупик, короче говоря. Нет.
Беру свои слова назад. Ну, птичка. Птичка-то хорошо. А вот это что такое? Увалда. Увалда он долго машет, если я не ошибаюсь. Тут вообще никак не пройти. Так. Ну, давай как-то сюда завернем. Хотя бы в стенку упереться было бы неплохо. Да, дорога продолжается. Короче, пошли в дом. Либо в доме... либо в доме есть побочное задание просто. А, либо какой-то ключевой предмет. Пока не ясно. Будем надеяться, что просто ключевые предметы, все, чтобы меня не путали. Хотя, в принципе, что тут путаться? Ключи нужны от лодки и все. Ну, давай, давай осмотрим. Домик. Это отель какой-то или что? Бегаю тут с вилами, как крестьянин кривозубый. Я тут вот так вот. Серьезно? То есть вы сделали целую ветку подгрузками. Всем остальным просто, чтоб сюда зайти и подергать дверь. Вы что, больные, что ли? Ну, как бы, зачем? Бред вообще. О, ладно. Да. Местами очень много вопросов к разработчикам по поводу как и нахера вообще. Типа каждую трубу можно взять, только одну. Ну да, как бы больше. Но в карманы нельзя труб напихать. С запасом, чтобы было. Синяя ленточка, кстати. Слушай, а может быть тут это так работает? То, что ты сначала в начале игры берешь несколько типа квестов, а потом их как-то по ходу прохождения основного сюжета решаешь. Кстати, куда мне? В какую сторону хотя бы? Ну-ка, давай карту глянем. По логике вещей мне в этот кружок. Или в другой. А вот, монастырь Святой Марии. Короче говоря, я должен выбраться сюда. И потом как-то повернуть. Это вот так мне? Mm-mm. Ну давай сюда заглянем просто. Пока просто идем, в общем, как собака по инерции, короче. Обычно это в этой игре это срабатывало, то, что ты просто идешь вперед и все. Ну, местами находишь что-то полезное. Тоже, в принципе, немаловажно. Так, я вот оттуда пришел, ну давай я сюда загляну. В принципе, что, пока врагов нет, ничего страшного. Раньше попадались бочки вот с таким вот отверстием, теперь коробки. Ну, допустим. Кроме как поджечь, у меня... Да, нет. Ну, давай монетку туда кинем, что за чушь, конечно. Да не, не, не так работает. Я бы вот как сделал. Я бы... Вот там кто-то ходит. Я бы
Прежде чем выкинуть оружие, наверное, бы все-таки спросил, хочешь ли ты это сделать? А потом выкидывал бы это оружие. Ну, я не знаю, короче, я бы что-нибудь по-другому все-таки придумал. Не очень удобная механика. Ты запросто выкидываешь нужные тебе предметы. Только тратишь много времени на то, чтобы их поднять. Я не знаю, насколько увесистая, насколько лучше кирка, чем вилы. Короче, давай сюда зайдем. Надеюсь, это не очередная бесполезная лестница одной дверью. Но это очень все на то похоже. Зажигалка. Типа у меня теперь две? Да ладно. Две зажигалки. Короче, ты берешь зажигалку одну. Они не плюсуются, ничего. Ага. Я сам себя в тупик загнал, да? Я зашел на невидимую коробку. И теперь я ничего с этим не смогу сделать. Замечательно. То есть это как коробки, это как горки работает. Ты можешь на них подняться, но не более того. Все, я в тупике, короче. Поздравляю. Поздравляю, Ватсон, вы дебил. Прыгать, естественно, персонаж не умеет. Коробки — это что-то непреодолимое, и стол, который чуть ниже колена. Ой. Не знаю, давай вот это загрузим. Короче, на коробки не заходить. Какая-то. Короче, зажигалку я эту поднимать не буду. У ней смысла нет. Так, ну, кажется, и определить знаки теней по карте. Чего? Чего? Какие знаки теней? Вы как бы о чем? Это какое-то побочное задание определенно. Это тень. Она образует какой-то символ. И чего? Это основной квест, побочный. Сейчас тень изменится. Кажется, свечи выявляют скрытые символы. Но это на тот случай, если у тебя ультрафиолетовый фонарь не работает. Допустим. Мне кажется, тут на карте фрагмент душа-глаз. На карте обозначены места, которые чего-то там должны мне показать. А если это побочное задание, которое началось с середины откуда-то? Я думаю, да, все-таки это не основное задание. Я чуть опять на эту подставу не попался. Что это такое? Фонарик. Спасибо. Есть уже. Один взял, один выкинул. Зачем? Могли бы уж тогда и как с зажигалкой сделать. Берешь одну, вторая появляется. Ну, как бы ничего не меняется.
Я бы этот момент понял, если бы у нас батарея сажалась у фонаря. А то как-то ничего не происходит. Все, тупик. Кстати сказать. Надо как-то выходить с этой улицы, что ли? Или возвращаться назад? Так, тетки, до свидания. А, ультрафонарем, наверное, да? Надо было светить. Ну да, теперь их больше. Карту посмотрим, надеюсь, меня сейчас никто не схватит, пока я тут листаю. Ощущение, что я ухожу дальше. Туда, куда мне вообще не стоит пока идти. Что-то булькает, такое ощущение, что вода. Может, действительно где-то вода рядом? Лодку хотя бы посмотреть. Вздохнуть одиноко. Идти дальше искать ключ. Конечно, что бульки заканчиваются. Классика. Я еще сюда мог спуститься. Все. Зачем они это делают, я не понимаю. Зачем разработчики это делают? Они какие-то даже анимации целые прорисовывают. Зачем загружать так игру бессмысленными действиями? Я не понимаю. Типа пустые коридоры. Целые эти, как его... Она уже на готове. Целые куски с подгрузками. Вот, типа, спуститься в колодец зачем-то. Просто увидеть тупик. Это странно, очень странно. Это же правда сильно загружает память. Патроны хорошо. То есть они сделали целый двор, чтобы кинуть сюда грабли, пару камней и этот, как его, и две пачки патронов. Я, конечно, не против патронов, но... Они могли бы положить это на тумбочке. Ну, не знаю, там вот как раз в том самом здании, в котором я был. Короче, будем бегать, но повезет. И такое ощущение, что я возвращаюсь назад. Да. Так, попробуем сейчас вот так сделать. Оп. ДТП. Да, сейчас. Жопу себе наорите. А в сторону надо вправо куда-то сворачивать. Да ладно. Так, их там слишком много. Мне нет смысла с ними драться. Так, бежим. Бежим. Кажется, я где-то на верном пути. Я не знаю, кружочка 2, короче говоря, на карте, но пойдем по какому-нибудь. Я думаю, что это все-таки следующая большая локация. Типа этот... Что там, как он, Святой Марии церковь. Давай мы побегаем вокруг двора.
Может быть. Перед большой локацией. Тут могут дать вполне аптечку. Интересно, количество аптечек, оно ограничено или нет? Так, это еще продолжение. Не, подожди, сюда рано определенно. Я должен хотя бы для приличия основную дверь подергать, что ли. Ой, здрасте. Я с этими мужиками не дрался, но они явно не дружелюбные. Не самые дружелюбные в этой игре, короче говоря. Только не говорите, что тут еще один проход. Кстати, откуда мужик взялся? Его же тут не было. Что-то есть. Присяжный считает Патрика Напье виновным. Присяжным потребовалось обсуждение, чтобы вернуться сегодня в здание судья Абрамса с обвинительным приговором в отношении Патрика Напье. 42-летний Напье, имеющий судимость за педофилию, был обвинен в похищении, сексуальном насилии и убийстве Дэниела Стивенса, местного 8-летнего мальчика, в январе прошлого года. Ой, не то. В лучшем случае это полная победа, сказал журналистам окружной прокурор Тиадам Адамс возле здания суда после вынесения приговора. Да, мы убрали с улиц больного и опасного хищника, посадив его за решетку. Но в то же время все это не может вернуть многообещающего маленького мальчика в объятия его скорбящих родителей. Многообещающего тут, наверное, неуместное слово, это скорее какой-то трудности перевода, я думаю. Обвинительный приговор Напье постановляет пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. После вынесения приговора он был немедленно отправлен шерифом в государственную тюрьму округа Райл, где будет размещен под охраной и начнет отбывать наказание в полной изоляции от других заключенных. Наверное, это о чем-то мне должно рассказать. Кто такой Напье? Ну, фамилия знакомая, по-моему, я уже ее где-то встречал. Что тут? То есть вот, ты просто бежишь. И просто вот уткнулся в тупик. Бестолковый. То есть они такой огромный участок локации взяли, прорисовали для того, чтобы положить одну записку. Очень неэкономно. Короче, момент с ключами мы уже опускаем. Мы про него забываем на время. Мы сейчас письму идем вот сюда. Церковь? Yes. Да, чем могу помочь? Я Мерфи Пендлтон. Я получил сегодня это письмо, но... Думаю, что произошла ошибка. Ах да, мистер Пендлтон. Мы вас ждали. Вы единственный член семьи, которого нам удалось найти. Очень хорошо, что вы здесь. Семьи? Нет, этого не может быть. Благослови вас Господь, дитя. Я понимаю, должно быть, это для вас очень запутано. Мы тщательно проверили записи. И уверяю вас, нет никакой ошибки. Пожалуйста, входите. Что-то еще какая-то семья. Я вроде на Вин Дизель это не похож. Ладно, надеюсь, это важно. Какого черта? Он умер тихо и, наконец, обрел покой. По крайней мере, этим мы должны быть благодарны милости Господа. После себя он оставил не так много, но его личные вещи в вашем распоряжении. Что здесь произошло? Тут было землетрясение.
Встретимся в морге в восточном крыле, когда будете готовы. А пока осмотритесь, не стесняйтесь. Мы рады, что Господь позволил выполнять вам, нам свою работу здесь, в Святой Марии. Уверен, этот визит для вас будет полезным, что ли? Ладно. О ком речь-то вообще? Мы нашли какого-то мужика. Ну, точнее, он умер. Оставил какие-то личные вещи в церкви. Ну и про ключи тоже, да? Я должен не забывать как-то. Ладно, морг при церкви. Будем искать. Ну давай, грузись. Монашка могла бы дверь открыть. Where'd she go? Куда она делась? My God. Бог ты мой. Что здесь произошло? Так, ну у нас монашка, это явно не иллюзия. Куда ходить? Что могло такое сотворить? Без понятия. Разлом, может быть, какой-то гигантский червь, я не знаю. И такое. Ножка от стула. Не, кирка надежней. Хотя они наверняка одинаково ломаются. Давай посмотрим. Аптечки пока собираются. Не то. А как он так ловко убрал мотыгу, что я даже не заметил куда? Он ее куда-то спрятал. Хитрый жук. Вот опять целая комната. Хотя, в принципе, в оригинале тоже были целые комнаты. Пустыми просто. Да не только в оригинале. В принципе, во всех частях были пустые комнаты. Но это так, чисто, наверное, растянуть геймплей. Так, давай мы сначала вот сюда. Что это такое? Взять. Монастырь. Ага. Ну, надо шкаф отодвинуть. Он не маленький, кстати, монастырь. Одна большая локация. Я же говорю то, что мимо монастыря точно не пройдешь. То есть они сделали типа открытый мир. И еще, ну, как бы его соединили какими-то небольшими локациями. Ну, относительно небольшими. Скорее всего, ближе к концу будут локации побольше. Они типа растут в геометрической прогрессии. Мне нужен фонарь. Трубы просто как какие-то зловещие черви тут висят. Красная комната. Twin Peaks. Монашка в деле. Я хочу этот топор. Я думаю, он острый. Так, еще что-то блестит, какая-то штучка. Что это такое? Труба? Нет, труба не очень. Топор, вот что меня интересует. А поворачивать и некуда. Короче, если ты топор берешь, то это как-то по сюжету. Не знаю, что лучше, топор или кирка. Берем топор. Естественно. О, тут их много. Их надо быстрее разбивать. Короче, контролируем этот
здоровья. Призраки бьют со спины. Добить надо ее. Так, ладно, я полечился разок. Еще три. Да, да иди ты. Кажется, меня две только что ударило одновременно. Да быстрее. Ай, давай еще аптечку. Камера вообще вытворяет все, что хочет просто. Бейте ее. Вот этих призраков гораздо больше, чем я думал. Отвали. Давай, 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 бежим, бежим. Другого оружия нет. Она одна осталась. Я даже не знаю, я ее... Я не ее бью. О, наконец-то. Сдохни. И стенка сдохни. Все, плакал мой топор, короче говоря. Контрольный. Педал боксер. Теневой боксер, серьезно? Так, давай еще попинаем вот этих ребят. Они еще живы. Так, вот этот, это перестало быть объектом. Надо всех добить. Они могут встать запросто. Взять. А что взять можно? На этот труб, это к трубе относится. Все, они исчезли. Где-то тут еще вон одна валялась. Короче, все аптечки, которые я собрал по дороге, они резко улетучились. Сколько у меня их? 7 штук. Ладно. Мне надо добить этот труп. Нет. Так, а вот сейчас вот непонятно, что делать. Может быть, просто выйти отсюда? Ну да, что-то происходит. Если что-то меняется, значит идем верно. Наверное. Верно, верно, наверное. Открыть, допустим. Патроны. Да, ну эта игра скорее пока что, по крайней мере, эта игра больше на ближний бой заточена. Все, и музыка исчезла. Давай попробуем двери. А, ну да, тут же все закрыто. Пойти он не может. Так, это был основной вход. А, и тут никак. Ладно, давай вернемся туда же. Короче, моя рубашка, это оказывается, ну, я так чисто для себя вспомнить. Рубашка — это индикатор. Топор. А, вот оно что. То есть я должен был отсюда выйти, чтобы взять топор, который порубит доски. Доски какие? Только на двери, короче, вот здесь. Рубашка, говорю, индикатором является для того, сколько у тебя здоровья. Ой, опять начинается. Ты на тетю-то внимание обратить не хочешь? Кстати, где она? Она же только что вылезала. Все уже не актуально.
По факту я должен, скорее всего, по факту оказаться вон там. И все, меня никто не схватит, не съест, ничего. Hey there. Эй, привет. Ты здесь живешь? Ра сказала, что мы не должны разговаривать с незнакомцами. А, это ты? Как тебя зовут? Слушай, может, ты откроешь эту дверь? Тебе ведь не трудно это сделать? А у тебя классная машинка. Любишь? Машинки? Да уж, мой малыш. Он тоже любил играть с машинками. Ты немного его напоминаешь. Он умер? Да. Это ты его убил? Что? Нет, конечно нет. Зачем ты говоришь такие вещи? Потому что она сказала, что ты бугимен. Бугимен? О чем это ты говоришь? Кто это сказал? Она. Она все мне о тебе рассказала. Там кто-то плачет. Почему она плачет? Кто она? Не знаю. Просто девочка. Она всегда грустная. Но она многое знает. Что знает? Все о Бугимене. Слушай, не буду тебя обманывать. Взрослые говорят детям, что никаких бугименов не существует, что бугимен это лишь выдумка, и никто не прячется под кровати. Но все это ложь, потому что я сам видел их, и мне кажется, ты тоже. Но я не один из них, я никакой не бугимен. А теперь как насчет того, чтобы мы втроем выбрались отсюда? Ты знаешь стишок? Какой стишок? Она сказала, что есть секретный стишок, погоняющий бугимена. Если ты его быстро расскажешь, он не сможет сделать тебе больно. Ты его знаешь? Нет. Но если есть такой стишок, который с этим справится, то уверен, ты можешь мне его рассказать. Значит, она все-таки права. Ты и есть бугимен. Малыш, посмотри на меня, я не монстр. По-моему, малыш монстр. Пока еще. Это он имеет в виду, что я пока еще не монстр. Шикарно у него, конечно, на заставке эти веки прорисовали. Выучить стишок Бугимена. Ага. Пришел-то я оттуда. Аптечку дают. Наверное, скоро за какой-то замес будет. Давай, Бугимен, бери. А, и все, аптечка больше не влезает. Ну, надеюсь, мы к этому пацану еще раз вернемся, и тогда аптечка это будет кстати. А-да-да-да-да-да-дан. Мне что-то рак из камеры этот не нравится, он настораживает. Дорогая, я дома. Нож. Топор лучше. Я думал, куклу можно подобрать. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Так. Этот проход, да, я этот проход видел. Вон там я начал этот уровень. Давай поднимемся повыше. Пол я отсюда. Эй, девочка. Подожди, рановато наверх. Что за черт?
Твою мать! Тихо, 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 держимся. Понятно. Ну, я не знаю, за ней бежать или нет. Сейчас еще раз попробуем. Я не помню, я там брал что-то. Я по идее... Ну, ладно, это мы посмотрели. Выходим. Потом... Там внизу нож. Встречаем девочку. Мне показали, что она бежит наверх. Ну, давай в тупую ломанем наверх. Так, где-то враги. Стой. Что если мы, правда, еще раз попробуем? Но мне кажется, тут просто нельзя пройти. Медленно, но... Тихо, 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 тихо. Я прошел. Я не знаю зачем, но я прошел. Если нельзя будет вернуться назад. Аптечка. Я не знаю, мне надо лечиться. Ай, давай. А, уже можно. Короче, я оказался тут же, только с другой стороны. Но они прям ведут к этому алтарю меня потихонечку. Зачем, непонятно, но что-то в нем есть. Похоже, какая-то книга со стихами. Это стих Бугимена, дружок. Девочка должна мне показать такой перезвон прям. Девочка должна показать мне, как открыть этот засов. Замок этот. Либо я должен вон с той комнаты выйти. Да. Вон там. Так, мы выбраться-то можем отсюда? Ого. Ого-го-го-го. Мы будем по люстрам прыгать? Трясти перестанет, я выйду из-под крыши. Или не перестанет трясти. Подожди, есть одна идея. А, инвентарь и зажигалку. Пикнем. Я хоть не упаду? Не упаду. Стали же, что можно поджечь веревку. Может, как-то надо замедлить это дело? Ну, это определенно какая-то загадка. Целая анимация была проиграна, как бы... Я же не могу зажигалкой кинуть, правильно? Что у меня еще есть? Это правый глаз души. Ладно, давай попробуем еще раз что-то с зажигалкой сделать. Она рядом крутится. Вот она прям просится, чтобы ее подожгли. Иди сюда.
Ну-ка, стой. А если мы ее... Нет. Инвентарь. Во. Вот тут мы ее подожжем. А я ее там ловил. Ну, мало ли. Я должен был попробовать. И все. Надо раскачать как-то это. Это стоишь-то. Надо раскачать, она ударит по ней. А как? Сейчас я еще раз посмотрю где-нибудь здесь что-то полезное. Но больше же люстр тут нету. Это надломило решетку. Но не сломало до конца. Или не кажется? Как с этим взаимодействовать? Нет. Где-то тут что-то мелькнуло. Потянуть. Я же говорю, что с люстрой надо что-то делать. А, сначала, короче, вот так и толкать. Еще раз надо. Почти получилось. Есть, книга у меня. Ну давай. Присяжные считают Патрика Напье виновным. А, нет. Это не тот. Вот стих. Первый фрагмент поэмы. Бедный маленький Стивен Скелтер. Не простит тебе даже священник. Всюду ложь. Звучит плач твой мольбою. Но Сьюзи знает, каково было ей с тобою. What? Что? Две страницы вырваны. Одна страница у девочки. В гадалки не ходи вообще. Вторая у монашки, возможно. Но запустилась катсцена, значит, за девочкой было бежать не обязательно. Опять у меня персонаж перестал уметь бегать. Он теперь воровато озирается. О, разрешили бегать. Опять запретили. Почему? Кстати, сколько у меня патронов уже? 47 штук. Стреляться можно. Игровая площадка. Где-то здесь... О... Весельчак. Что накрутится? Может, неспроста. Привет, мужик. Как висится? Пыщ тебе по жопе. Нельзя вешаться. Эта музычка такая зловещая поигрывает. Трон-тун-тун-тун. Трон-тун-тун-тун. Игриво зловещая. Так. Все, и музыка затихает.
Ку-ку. Ку-ку. Дай-ка угадаю, мы это должны поджечь. Патрон. Слушай, ну патронов даже нормально дают. Такое ощущение, что я могу в скором времени переключиться на пистолет, но я пока этого делать не буду. Или надо. Раз, два, три. Мой выход. Раз, два. Понятно, я бью, убиваю стенку. Я отойти хочу. Раз, два, три. Мой выход. Не дотягиваюсь. Все. Раз, два, три. Удар. Раз, два. Добиваем. Топор лучше, кстати. Топор дело хорошее. Нет, еще раз. Вот теперь точно. С этой сволочью покончено. Кастрюльки, сковородки, ножики, понятно. Зачем вы? Подожди, подожди. А, и все, да? Точно, там же раковина. А, либо где-то я по дороге должен найти кусок этого стиха. Но мне кажется, все-таки. Все-таки. Один кусок стиха у девочки. Ну не зря же ее как-то в сюжет пытается мне вплести. А, я понял где. Я вот отсюда вошел, повернул направо. Ну давай вот здесь посмотрим. Там кто-то купается. Там мистер Хэнки? Мистер Хэнки? Howdy ho! Нет? На всякий. Ты никогда не найдешь себя мертв, пока не узнаешь правду. Я-то думаю точно, почему у меня аптечки собираются, их же было много. Я ж там на этих кукол потратил. Приличное количество прям. Ой. Неплохая сцена, кстати. Че, убьем ее? Хотя подожди. А если я поднимусь наверх? Ощущение, они мне этого, эту тетку по трубе водосточной паучок сбирался. Навалился дождь, и крошка смытым оказался. Солнце вышло из-за тучки мокроту сушить. И опять по водостоку паучок спешит. Так, ну эта решетка определенно... Мысли, так кто тут у нас орет? А это она за... Она за мной бежала все это время. Так, давай. Раз, два, три. Не дотягиваюсь. Давай, раз, два, три. Ну куда ты уходишь-то? Задолбала. Хочешь тебя. А, блин, я не знаю, ну ладно, пойдем к девочке. Выходи, малышка. Я не причиню тебе вреда. Подожди, 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 подожди. Или все-таки туда спуститься? И попробовать пройти. Вот здесь. Здесь я был? Был. Выходим.
Здесь одна дверь закрыта. Просто не хотелось бы ничего пропустить по аптечке, потому что... Девочка, возможно, запустит квест. Ну, в смысле, этот, как его, катсцену. И потом, возможно, мне сюда нельзя будет вернуться. Так, что это? Ай, не то. Внимание сотрудникам восходящий, что-то... Ой, не знаю. Плохо видно. Кто-то убого сделал надписи. Ничего не прочитать. That's more like it. Это мне уже больше нравится. Слушай, мужик, я полностью с тобой солидарен вообще. Конечно, хорошо, когда патронов полно. Вот мне бы дробовик еще найти для полной уверенности. Я в дверном проеме застрял, как Винни-Пух. Так, дверей-то у нас тут не шибко много было, это последняя, короче. Ну, и здесь-то не очень... Не очень много чего можно сделать. Да, пустой актовый зал, по сути. Пусто. А есть лестница? Блин, где-то здесь я палку видел. Она прям мелькнула у меня перед глазами. Очень неприм... Вот она. Ладно, давай спустим лестницу. Посмотрим, для чего. Надеюсь, это не побочный бесполезный квест. Потянуть. Та-дам! Ой, топор вернули. Так, это все будет одна большая головоломка. Скорее всего. Ладно, меня прям тащат. Короче, пошли к девочке. Она будет за решеткой сидеть и... ехидно что-то болтать. Мы, короче, с ней сейчас поговорим. И потом сюда вернемся. Ну, хотя бы все проверил. Так, давай наверх. Давай, слушаем великий диалог. А ее уже и нету. Зашибись. Тут очень много тогда ходов получается. Вы нашли артефакт Silent Hill, вы можете посмотреть эти артефакты, понятно. Пахнет просто ужасно. Замок какой-то. Трин-трин. Это надо стереть. То есть мне нужна какая-то вторая губка, что-то в этом роде. Закрыто? Тут никаких губок нету случайно. Вот совершенно случайно рядышком. Нету. Можно, конечно, рискнуть предположить их искать где-то в раковине. Так. Вот здесь закрыто.
Так, ладно, давай тогда мы по порядку двери откроем. Ой, отстой какой. А я топор не взял. Так, ну, один манекен отъехал. Короче, давай пистолет использовать. Быстрее получится. Все, кончилось, тетя. Я думаю, что это еще не все. Да, как обычно, пистолет. Дело хорошее. С днем отца. Также напоминает моего малыша. То есть я сюда зашел просто пострелять, да? Это типа тира местного. Выходим, что делать? Так, нет, не сюда. Все. Не очень-то много тут ходов оказалось. Хотя... Что-то надо с губкой этой делать. Вот тут. Не исключено, кстати, то, что он поможет. Ультрафиолет. Я бы еще не отказался от выключенного радио. Возможно, надо просто решить эту головоломку. И потом дадут тебе губку. Эту губку уже применить здесь. Пока что-то других вариантов я не вижу. Мне сюда, не? Нет. Вот сюда мне. Так, и пожалуй, я возьму вот это дело. Крайне полезная вещь. Что тут? Труба. Открыть, допустим. Пластинку. Ну, ее послушаем обязательно. Только попозже. Закрыто. Так, прежде чем пластинки всякие втыкать. Инвентарь позже. Музыка, прожектор. Это головоломка. Наверное, эти лампочки показывают стадию постановки. Да, я уж понял. Это акт 1. Ну, понятно, это будет, короче, у нас решением этой головоломки. Нужно вникнуть в смысл ее. Пластинку давай включим. Работает катсцена и будем закругляться.
И так что-то выпуск подзатянулся. Повернуть. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Полагаю, они поднимают и опускают задники. Ну да. А тут прям что-то надо сделать определенно с этой штукой. А, ладно, подожди. Исследовать. Странно это все, что-то я как-то... Ну давай, покрутим. Это звуковые эффекты. Старомодная дождевая машина. Ну, что-то я это... Как говорится, вышел. Фару попинал, точнее колесо попинал, фару протел, не едет машина. Ладно, будем на этом закругляться. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.